Явка решает все. От того, какую активность проявит Самарская область во время предстоящей избирательной кампании, зависит, сколько представителей смогут лоббировать в парламенте интересы региона. А это новые школы, дороги, спортивные объекты, участие в масштабных бизнес-проектах. Об этом говорил губернатор Николай Меркушкин на встрече с жителями Кировского района Самары. Нынешние выборы, по оценкам экспертов, самые ответственные за последние 25 лет. Максимально, насколько можно максимально, чтобы больше пришло на выборы. И не поддаваться тому, что сейчас льется с разных там, и рекламных, и в подъездах, там, и листовки, и так далее, и так далее. Не поддаваться, быть глубже, быть мудрее, может быть, и разбираться почетче. Кировский район – рабочая безымянка еще с военных времен и по сей день опора для всей страны. Сегодня промышленный комплекс снова на подъеме, и настроение у жителей другое. Теперь время проявить активную позицию на политическом поле, чем, собственно, и подтвердить свое участие в жизни страны. Это уже не первая встреча главы региона с жителями Кировского района. На прошлой, которая проходила в ДК имени Литвинова, были озвучены ряд пожеланий жителей города. Что сделано в ответ? Об этом рассказал глава администрации района Игорь Рудаков. Запланирована масштабная реконструкция парка имени 50-летия Октября. Проспект Кирова и Ракитовское шоссе приведены в нормативное состояние. Открытым остается вопрос ремонта Дворца культуры имени Литвинова. И четвертый вопрос прозвучал в зале ДК Литвинова с просьбой отремонтировать наш дворец. Вы сами дали оценку состояния, но учитывая, что это объект культурного наследия, там немножко смета другая. Ремонтировать Дворец культуры начнут уже в январе 2017 года. Что же касается ремонта дорог, то изначально планировалось в Кировском районе привести в порядок только одну дорогу. Но общими усилиями властей удалось профинансировать работы на 20 улицах. Всего же в городе поменяли асфальт на 70 дорогах. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.